Друзья, всем привет! В этом видео предлагаю вам посмотреть свой разбор на классический соляк слэша из песни Guns of Knockin' on Heaven's Door. Точнее, не их песня, кавер, но неважно. Играть мы будем в стандартном строе. В оригинале там ми-бемоль, но я думаю, в стандарте всем будет удобнее. Ну, а соло это очень полезно тем, кто хочет попробовать прокачать такой прием, как бенды. Их тут довольно много всяких разных. Ну, в общем, полезная штучка. Итак, поехали, начинаем с третьей струны, с 12-го лада. Дальше нам нужно сделать обратный бенд от 14-го лада третьей же струны. То есть, смотрите, нам нужно молча подтянуть эту третью струну на тон, угадать так, чтобы мы попали в 16-й лад. То есть, 14-го подтянуть на тон. Как это сделать? Мы сыграли 12-й лад, и теперь, смотрите, струну глушим медиатором. Ставим медиатор сверху и молча тянем. И только наверху бенда извлекаем звук и играем обратный бенд. Этот прием называется обратный бенд. Опускаем, делаем pull-off. Чтобы сделать pull-off, не забудьте, мы опустили бенд, и вам нужно успеть убрать средний палец. То есть pull-off мы делаем безымянным на указательный палец. Итак, соединяем. Приглушечка. Молча тянем. Убрали палец, сделали пул-офф. То есть, насколько сильно тянуть, ну, со временем вы запомните чисто по физическим ощущениям. То есть, слух там, ну, не очень нам здесь поможет, поэтому так чисто, в общем, интуитивно. Давайте еще разок. Дальше берем 14-й лад. И теперь добавляем к этому звучащему 14-му ладу 15-й лад мизинцем. Именно в оригинале они услышат, звучат вместе эти две ноты. И опять играем такой же обратный бенд. Опускаем его и два раза бьем 12-й лад. Во многих табах эти бенды нарисованы первый на тон, второй на полтон. Но я что-то внимательно послушал. Мне кажется, все-таки он одинаково оба раза тянет на тон. Итак, давайте соединим весь первый мотив. Вибрато делаем указательным пальцем вниз, вот так вот всей кистью. Дальше. Теперь играем V-слайдом с 12-го лада. По четвертой струне к 14-му ладу. Дальше 12-й лад на третьей струне. И дальше въезд слайдом с 15-го лада на 17-й лад по второй струне. То есть двигаемся по нотам ми-минорной пентатоники. Тут тоже можно добавить небольшое вибрато. Теперь аккуратненько меняем позицию. Переезжаем средним пальцем на 13-й лад на вторую струну. Играем пул-оффчик. И бендим двумя пальцами на тон. Ну, всей кистью вот так. К 15-му ладу. Опять же, наверху бенд приглушаем. То есть нам нужно убрать возврат бенда. Ставим медиатор сверху. И молча со стоящим медиатором опускаем струну. После этого стаскиваем его. То есть не бьем еще раз, а просто делаем щипок. Играем пул-офф на 12-й лад. И еще раз такой же пул-офф. Только на этот раз в другом ритме. 13-й лад звучит дольше. И после этого уходим на четвертую струну, на 14-й лад. И тоже вибрато. Обязательно на четвертой струне берите вот эту ноту тремя пальцами, чтобы как бы делать более контролируемое основательное вибрато. То есть старайтесь не допускать такого, чтобы у вас так палец торчал, как одинокий унылый червь. То есть старайтесь всей кистью. Итак, давайте соединим всю вот эту вот вторую часть, так скажем. Аккуратненько, видите, я приглушил струну, чтобы без шума перейти. Приглушил бенд наверху, молча опустил. Перешел сюда, приглушил указательным пальцем тонкие струны. То есть ставим пальцы не вот так с дырой под ними, а вот так. Давайте еще разок, уже без моих комментариев. Дальше очень простой мотив. 12-13 на второй струне. 15 на первой и обратно 13-12 на второй. Тоже немного.
немножко вибрато, указали пальцем вниз. Вот дальше клевое хитрое место. Въезжаем с 15-го лада на 17-й. Двигаемся, короче, в соседний бокс ми-минорной пентатоники. Выходим на первую струну на 15-й лад. И тут, смотрите, от 17-го лада у него будут идти три бенда подряд, но они все немножко разные. Первый бенд делаем энергично, то есть сразу тянем. Опять же, у всех бендов нет возвратов. Мы должны их глушить, ставим медиатор сверху, молча опустили. И второй бенд делаем так, как бы вкратчиво. Сначала даем позвучать ноте на 17-м ладу, а потом к концу длительности уже заезжаем на горку. И опять глушим. И третий бенд опять, ну, обычный, так скажем. Вот смотрите, все три бенда подряд. И после этого нужно аккуратненько съехать, попасть вот сюда на 15-й лад. На 15-м ладу он там не делает вибрато, насколько я помню, просто берет ноту. Но мне нравится делать ее, то есть брать ее с вибрато, играть ее с вибрато. Поэтому я ее беру средним пальцем, а указательным приглушаю вот этот весь вышележащий срач. И на бендах я так тоже делаю, и вам советую. Смотрите, если мы не будем глушить струны указательным пальцем, у нас может быть, ну это не точно, но может быть после бендов, видите, мы вот этот вот мерзкий эффект. То есть все струны попали под пальцы, мы возвращаем бенд, и они все начинают шуметь, как бы я ни глушил все это правой рукой. Поэтому я вам советую поднакинуть вот так указательный палец. Видите, это полностью убирает эти все призвуки. И после третьего бенда, ну, если вам так неудобно, можете просто перейти на указательный палец и ничего там не вибрировать. Ну, либо чуть-чуть покачать. Итак, давайте соберем в кучу вот этот третий фрагмент. Еще разок. Видите, у всех бендов отсутствует возврат. То есть глушим все верхушки бендов. Дальше бендим 20-й лад на тон. Тут многие ошибаются по ритму, делая этот бенд в сильную долю начала такта. Но его нужно делать на слабую долю перед началом такта, так, чтобы у вас верхушка бенда пришла в сильную долю. То есть начинаем тянуть слабую, приходим на высшую точку бенда в сильную. Так же, как видите, я накидываю указательный палец, приглушаю весь срач. И вот мы подтянули. Опс, получилось ложенько. Так вот, короче, подтянули. Наверху я приглушил медиатором, чтобы не было слышно возврат. Опускаю молча бенд, играю пулов с 20 на 19 лад. С безымянного пальца на средний. И потом эти же две нотки играю медиатором. Все вместе. Еще один такой же бенд, опять приглушечка. 20 лад, играем три раза. И потом 17 на второй струне. Три раза, но между первым и вторым разами аккуратненькая пауза. И то вот этот четвертый кусочек. И, собственно, финальная фраза. Возвращаемся в первый бокс. Бендим 15-й лад два раза, качаем ритмично на тон. То есть это должны быть качания, прям попадающие в ритм. Восьмыми нотами. И дальше аналогично качаем 14-й лад, третью струну. Тут уже на полтончика до блюзовой ноты, до 15-го лада. Я, чтобы сыграть плавный переход с бенда на бенд, играю здесь бенд безымянным, а здесь средним. Потом 15-й лад и... Ой, сорян, 12-й лад и сразу переходим на 15-й. Но через струну на первую струну. 12-й на 3-й, 15-й на 1-й. Итак, вся концовка. И тут немножко вибрато, и опять же можно вот так накинуть палец, чтобы убрать весь срач. Давайте попробуем не спеша собрать все эти кусочки. Thank you.
как видите, достаточно простое соло, но сыграть его так, чтобы было красивенько, аккуратно попасть во все бенды, нигде, чтобы ничего не шуршало, не так-то просто на самом деле. Но я думаю, любому более-менее начинающему гитаристу будет полезно его освоить. Вот такой разборчик. Если что-то осталось непонятным, пишите вопросы в комментариях. А так, всем пока, до следующих разборов.